Вы смотрите «Кульные советы», и я, Кулова, рекомендую не подглядывать за тем, какой у меня сейчас макияж, а выбирать макияж в стиле «Ньют». Да здравствует сборы за 5 минут! Фишка этого макияжа в том, чтобы слегка, едва заметно подчеркнуть то, что и так прекрасно. Берем тон, можно полупрозрачный или с небольшим бронзовым блеском. Бронзаторы в умеренных количествах чрезвычайно полезны для вашего внешнего вида. Запомнили? Натуральный карандаш для губ, блеск телесного или карамельного оттенка. Если вы носите стрелки, советую сделать их не черными, а коричневыми, оливковыми или небесно-голубыми. Немного туши и ура! Вы абсолютно естественны и прекрасны. А я, Кулецкая, рекомендую бороды. Климент Богослов Александрийский сказал: «Борода для мужчины – это волосы на голове у женщины». Да, девочки, запасайтесь терпением и смотрите, как ваши мальчики превращаются в настоящих мужчин. В тренде не просто легкая небритость, а самые настоящие бороды. Как у Карла Маркса, Зизи Топ, Перельмана, Джонни Деппа. Но никаких косичек. Все серьезно, объемно, как у настоящих морских волков. Но есть одно «но». Прежде чем отращивать бороду, возьмите у своего мужчины обещание ухаживать за ней и стараться есть аккуратно. Не в обтяг. В следующем сезоне наряды по своей форме напоминают космические корабли и скафандры. Посудите сами. Эрме, Баленсиага, Селин. Все они предлагают вещи с четким силуэтом и объемными формами. Это прослеживается и в пальто, и в платьях. Такое ощущение, что перед вами не девушка, а королева из сказки про Алису в стране чудес. Этой осенью можно забыть о диетах. Шучу. Вопреки распространенному мнению, объемное пальто не добавляет вам десяток кило, а подчеркивает вашу хрупкость. Так что не расслабляйтесь. Сочетайте их с грубыми свитерами и легкими шифоновыми штанами. Клетка. Чем мельче, тем благороднее. Четко очерченная, разных цветов. Можно встретить этот узор как в мужских, так и в женских коллекциях. На вершине клеточной пирамиды – рубашки. Чуть ниже – штаны, пиджаки и пальто. Отдельное внимание можно уделить трикотажу, принглу мужчин и платьям Ruffian и Marc Jacobs у женщин. Однако, будьте осторожны, с клеткой тоже можно попасть в просак. Клетчатый total look уместен только на цирковой арене. Для того, чтобы не быть клоуном в повседневной жизни, сочетайте клетку с вещами без узора.